Мур, привет, друзья! С вами Зверько. И скоро свершится то, чего многие ждали. Реворк Натальи и новый облик. Облик вы уже видели. Теперь о изменениях. Главное изменение – пассивка. После того, как Наталья становится невидимой, ее сразу окружает круг обнаружения. Каждый противник, попавший в круг, видит восклицательный знак над головой. Теперь круг этот больше, и он отображается всегда, независимо, в кустах Наталья или нет. Мнения по этому поводу разделились. Некоторые люди считают, что это ухудшит игру за Наталью, поскольку больше нельзя ныкаться в кустах. Я же считаю, что если сейчас видишь над собой знак, кастуешь навык в ближайшие кусты, и в Наталью скорее всего попадешь. Когда круг большой и он постоянный, сложнее предугадать направление. Тем более есть вторая часть изменения пассивки. Теперь в невидимости Наталья усиливает свой первый удар, она буквально телепортируется за спину противника, примерно с расстояния выстрела Роджера, и по-прежнему пролетает крит и немота. Я считаю, это нивелирует увеличение круга обнаружения, да еще дает телепорт. Теперь не надо париться, заходить незаметно и за спину. Первый навык. Область действия немного уменьшили и расширили, прыгает теперь чуть-чуть ближе, а поражает большую область. Такая небольшая переработка. Второй навык, без изменений. Ульта. После первого нажатия Наталья по-прежнему размахивает когтями, нанося повреждения и замедляя. Но теперь после основной ульты происходит скачок вперед с уроном. А если во время действия этого навыка нажать еще раз кнопку ульты, то два прыжка. В итоге мы имеем больший круг обнаружения, телепорт с пассивки, два прыжка с первого навыка, по-прежнему неуязвимость от автоатак в дыму, да еще два прыжка в ульте. И всеми навыками, кроме второго, конечно, мы можем пересекать препятствия. По-моему, это далеко не нерв. Пишите, что вы думаете по этому поводу, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!